Всем большой привет, дорогие друзья, меня зовут Иван, вы на канале Фолиота. Очередная часть прохождения игры Far Cry 3, которая предоставлена магазином epic.ru. Чувствую я одним местом, что мы уже находимся где-то в конце нашего пути воина Раклет, и осталось нам достать нашего братца Райли и, собственно, разобраться с Хойтом. Не знаю, правда, как скоро это случится, но хочется верить, что уже мы наконец-таки довыполним, допройдем эту игрушку. Она не кисло, кстати, так получилось у нас по частям. Уже какая-то 26-я, наверное, да, часть, если я не ошибаюсь. В прошлой серии мы там расхреначили какую-то тарелку, радиовышку какую-то, в общем, хойтовскую, да. Такая была забойная перестрелища. Так, у меня, кстати, покончались совсем эти листочки зелененькие. Надо сделать лекарств. А то лекарств совсем маловато у меня осталось. О, смотрите, машина какая-то. Нам на ней сейчас надо будет... Чё? Поехать, наверное... А, она же ходит, приглашал вообще в покер поиграть, да? Если я все правильно помню. Надо как-то нам к нему, да, я так... отправиться. Давайте сядем в тачилу. О, а вон. Блин, это этот стоит. Я думал, надо уехать, когда он тут, видите, стоит. Скучает что-то, чувак. Всё необходимое? Сувениры. Мне так давно хотелось оживить это место, как говорят у нас в Америке. Паучок прикольный на скуле у него, да? Ты американец? Я. Мой отец был морским котиком. Я родился, когда отряд был размещен в Техасе, а потом его перевели в Германию. А, дядя Сэм. Я понял. Ага. Отец-основатель, я думаю. Будешь с этим разбираться? Забудь. Давай украсим наш торт свечами. Ух, сейчас что-то начнется, я думаю, друзья мои. Как мне радует все-таки этот Сэм. Смелый дядька. Боевой. Боевитый, я бы даже сказал. Выйди в хранилище. Я встану за пулемет. Да. Попа Сэма. Ладно, поехали к хранилищу. Блицкрик! Давай! У-ху-ху! Вламываемся! Ух, перный. Взрывай, взрывай все к чертовой матери. Сэмуэль. Ой-ой-ой. Так, мне бы не это самое. О, лечил его. Давай, взрывай! Он не особо активно Сэм у нас работает-то, да? Не, работает вроде. Давай, взрывай. Ну чё ты? Ой-ой-ой, сейчас сдохну ведь. Ой, сейчас взорвётся бензоколонка. Стоп, вот видите, вот эти точки, надо что-то с ними делать, да? Ух, какая красотища, а вы посмотрите. Так, а что здесь надо сделать? Ой-ой-ой-ой. Лови, фашист, гранату. Да что ж такое-то? Ой. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Да ты сдохнешь. Ох, господи. Так, стоп, дайте мне сообразить. Надо, во-первых, медицинских этих сделать. Раз, четыре, пять, шесть, семь. Ну, пускай восемь будет. На полную катушку сейчас зарядимся. Так, и чего? Надо типа чё? О, броник это, кстати. Надо нам взорвать. 20 секунд. Так, Сэм прикрывает. Тихо. Главное, чтобы Сэм не взорвался. Не взорвется, я надеюсь. Ой-ой-ой. Так, стоп, дайте высушить штаны, друзья мои. Уничтожь второй резервуар. Да, сейчас уничтожим. Сейчас все уничтожим. Так, аккуратненько давайте разворачиваться. Ой.
Ой-ой-ёшечки-ёй-ёй. Я что-то теперь припоминаю все наше задание, которое... Ну, вернее, это задание, которое нам говорили. Брифинг, вернее, к нему. Стреляй! Не? Не алё? Чё-то не алё. Так, блин, за бочку будет с порохом. О, приятно. Так, Сэм, это сейчас загасит. Так, пошел пожар. Фу, так, все, теперь перевооружай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ты что такой? Так, стоп, а если сзади его оббежать? Не получится, не? Да я думаю, да. Не будет мне. Ой-ой-ой, он же сейчас его там спалит. Все? Нет, еще не все. Сэм. Так, Сэм. Стоп, давайте быстренько сейчас. Это вот пока тут все не загорелось, чертовой бабушки. А сложная миссия, я думаю, будет. У ёшечки. Сэм. Так, хорошо. Спрятался. Ух. Ой-ой-ой. Бум. Ищу, как красивое взрывище. Так, сколько вас тут много со всех сторон? Еще наверху, да? Ай, граната-то не долетела. Так, ну а теперь... Чё, блин, две... Ещё две осталось, да? Теперь едем дальше. Там, наверное, народу опять столько сейчас будет. Мы вот спали. Это лучший день в моей жизни! Да я не сомневаюсь, дружище. Готовь следующую бомбу. Здесь слишком много резервуаров! Так, прячемся. Ух, нифига, там какой-то особо ретивый, что ли, да, есть? Ух, как я ему в жбан сходу попал. Так, парни, давайте-ка вы... Стоп, а чё у меня, кстати, там... Блин, сейчас понабегут. Да, уже понабежали. Ты куда ты там телепаешься, господи? Так, тихо. Еще одно давайте взрываем. Ща как набегут. А! Помогите! Да перепрыгнешь ты! А где Сэм-то? А, вот он. Ух! Так, сушим штанишки, друзья мои. Ну, от... Ты что такой дикий-то? Ой, сейчас Сэм это расхерачит. Ой-ой-ой, горю, горю. Да чтоб тебя, господи, да... Я потухаю. Дым такой, смотрите, крутой. Все, вот здесь все, я надеюсь. Главное, чтобы Сэм живой был, а то он сейчас вот... Когда веселишься, время бежит. Да не говори, дружок. Еще один. Мы приехали, начинай стрелять. Какой меткий ублюдок, а? Сейчас я тебя... Так, дайте мне... Ой, сейчас там народу-то будет. Смотрите, сколько, да? Живой? Не живой. Отлично.
тихо ты лечись, твою ж мать-то. Мало, мало осталось этих лечилок. У меня мало, вот есть зелененький этот. О, ребятки, вы бы знали, что у меня сейчас происходит в голове от этих всех событий. Я просто, честно говоря, не знаю. Сейчас мы сюда попробуем в окошко так вот грену. Гений, блин. Меткости. Я. Почему я себя оглушил? Они все слезли. Патроны-то закончились, твою же мать-то. Стоп, где моя снайперка? Вот она. Ну. Все, зажал меня, падла. Все, козлина, как же ты меня задолбал. Ой, тихо, теперь чё? Теперь уйду отсюда, да? Сейчас рванёт! Сейчас как она шиндарахнется. Ай-яй-яй-яй-яй. Подгораю на работе. Так, ну куда-ка я кемперка его сюда, ну. Что-то ты меня надоел уже очень сильно. Так, что теперь-то? Уйо отсюда, да? Что у меня с патронами? У меня с патронами, конечно, швах. С этим тоже швах. Тогда эти убить надо сейчас. Стоп, создать эти самые. И убить последнего ублюдка. Раз, два, три. Да, сейчас на максимум все сделаем. Конечно, у меня есть этот сана, который неуязвимость мне дает. Попробовать надо как-нибудь. Но я думаю, в другом как-нибудь попробовать вместе. Так. Все, отваливаем. Садимся. Летим, летим. Слушайте, а как ходит? Не прознает вообще про наши все вот эти? Он же нам пока вроде как бы доверяет, да? Такое. Приехали. Занимай пулемет. Я иду внутрь. Какой пулемет? Ты о чем? Вот этот пулемет. Понимаю. Так. Лежим. Да-да. Ух, хорошо вошло. Лечись ты, господи! Три раза нажал. Ой, господи, как же все сложно-то. Кстати, бежит скотина. Лечимся. Вовремя. Ты посмотри, со всех сторон, а. Лечись, мать твою. Так, вообще, вот честно, стало пора применить наш, где, как, усилитель медицинский, как он там называется-то, уникальный. Неприкасаемого, сейчас поприменим. Хох. Я стараюсь за все сил. Бом. Бром-бом-бом. Да стараюсь, я не знаю куда. Ай-яй-яй. Так, ты что тормозишь-то? Господи, что ж тут все так быстро-то происходит? О,
Так, наша это неуязвимость еще. Ух, какую, смотрите. Сэм, ты молодец. Теперь сушим штанишки. Я даже не сдох за пулеметом ни разу. Победа! Получилось! Америка, в рот вас! А теперь закончим дело. Убьем Хойда за покером. Давай, краба. Встретимся у дома Хойда. Америка, в рот вас. Вот действительно Америка, в рот вас. Да, это было мощно, друзья мои. Так, теперь что нам надо сделать? Блин, теперь бы нам, конечно, лекарств побольше, да, закупить. А то мы тут так долго не протянем лагерь Дельта. Куда нам надо идти? Аж на вот сюда. Давайте отправляться, чё уж. Да, мощная миссия была. Ну как ты... Мы с ней справились. Не без труда, конечно, но... Так, во-первых, давай-ка мы закупимся боеприпасами. Блин, на 1500? Настрелял я, да? Продаем всякое ненужное барахло. Расходного материала. Броник. И лекарств. Некогда мне их собирать. Вот так вот. Вот нельзя сразу было сделать, чтобы вот я штук 5 вот, допустим, купил, как мне хочется. Дятлы. Все. В этом меню просто так игра лагать начинает. Вот, я не знаю, может быть, у кого-то такие же есть. Бабла хоть соберу. 9 целых. Блин, тут патроны лежат, все, а я деньги на них трачу. Вот дятел. Ладно. За лекарства. Спасибо вам отдельное. Ну что ж, давайте за этим, за Хойтом. Так и хочется матом сказать. Не Хойт, а через У. Но делать я этого не буду. И чё? А, вот он. Здорово. Ну что, друг мой, готов к делу? Или нужно подождать? Ведь когда мы начнем, пути назад не будет. Да готов я. С этого момента доступ к острову и другим зданиям будет запрещен. Сможете продолжить после того, как история решится. Да, финишная прямая. Ребятки. Я спрятал нож в ботинке. Отвлеки его, когда я скажу «сдавай». Да, понял. А, привет, парни. Входите. Присаживайтесь. Пятикарточный холдем вас устроит? А? Могу я вам что-нибудь предложить? Хотите поесть? Орешков? Пятикарточный холдем? Интересно. Нет. Забавная игра, покер. Спросите о ней на улице, и вам скажут, что все зависит от везения. Но Сэм скажет, что главное — это блеф. Да, Сэм? Я. Я. Но это не так. Главное — заставить игрока играть до разорения. Ставлю столько же. А мне спешить некуда. Валет 10. Ну давайте. Отвечаю. Стритовая карта. Чё-то мне 500 баксов только дали. В лимит. Так, пара десяток у нас есть. Поднимаю. Чё там поднял-то? Кол. Только же. Посмотрим, посмотрим, что же за... Что же у нас будет на терне. Here's come the turn. Черный говно какое-то пришло. Чек. Чек. Че-то мы все это самое. Повторюшку и хрюшку играем. Но музыка крутая. А вот и моя пришла карта. Оставляю. А мы подымем. Ну, давайте, может, давайте с ракет. Поднимаю. Я отвечаю. Ставлю столько же. Пара королей. У меня две пары.
Ух ты ж, ёперный балет, ты чё творишь? Одинаковая карта. Давай поднимем ставки. Не возражаешь? Ты чё Сэма-то зарезал? Фостер? Джейсон Броди? Или как там тебя ещё? Уже Фостер? Не помню. Ты считаешь меня идиотом? Вот это попадалово. Продолжим игру. Сдающий слева, так? Сэма-то жалко. Думаю, он пропускает сдачу. Ну только мне ножиком не тыкайте, пожалуйста, по лицу. Так, прям я видел, в горло. Как ты встретился с Райли. Я чуть не расплакался, а меня нелегко разжалобить. Признаюсь, я тебя недооценил. Ты пытал собственного брата и уничтожил половину моей компании. Да, я такой, жеребец лихой. А дай хоть посмотреть на карту-то. 5-8. А, у меня ж тут стрит наклевывается. А вот и стрит. Отлично. Неплохая комбинация у этого пара. У этого трипперс. Трипс, то бишь. Ну, пусть фишки лягут, как им положено. Я тебя прощаю. Может, ты мне предложишь поработать? Итак, назови свою цену. Все имеют цену. Вы куклы, а мы дергаем за нитки. Так работает вся система. В жопу систему. Пара четверок. Ну, здесь больше нам ничего не предлагается, только ставку делать. Да, с парой четверок, конечно, тут особо не навоюешь. А у нее ничего нет. Как человеку семейному. По пальцу за проигрыш. Ты же сам проигрываешь. Я-то здесь при чем? Ух, я побрызгал еще. Думаю, я начну с безымянного. Ух ты ж, блин. Какая-то форменная жесть происходит. Деньги за каждое убийство. Пошел ты! Куда ехать сейчас будут? Я не получаю от этого удовольствия. Увы, это так. Нож можно держать и 9 пальцами. Я научился этому до твоего рождения. Ну давай, старик. О, тихо. Ух ты, ух ты. Тихо. Круто сделали. Смотрите, как интересно. Ты разочаровал меня, Джейсон. Ты не навестил своего маленького брата Райли. Да еще навещу. Не волнуйся, я продал его одному типу из Йемена. Он любит молодых. Я убью тебя! У меня влиятельные друзья, да. Они найдут тебя. От тебя ничего не останется. Ой, хорошо вошло. Ну что, Хойт? Ты не можешь выиграть! Все карты у меня! Так чего же ты боишься, а? Ух ты, какая подсечка с него. Ну-ка, ну-ка, давай-ка. Твой брат уже на аэродроме. Не боишься опоздать на рейс? Я отложу вылет. Чтоб с тобой разобраться, нужно время. Ради этого я готов пожертвовать братцем. Ублюдок ты. Работорговский. Сейчас. Ай, хорошо. Все, дружище. Допрыгался ты. Вот это он его разделал. Тут орех. Забрызгал, забрызгал, смотрите. Буль-буль-буль-буль-буль-буль. Ну что, круто, что я могу сказать. Ночь покера, достижение получено. Хера тут замес какой, смотрите. Без пальца, как ты его забинтовать-то уже успел? Или это тебе все снилось? А кто остальных убил? Где Сэм? Сколько у меня вопросов вообще, ребятки? Мне нужно на аэродром. Живо! Живо. Так,
Блин, время-то идет. Я чувствую, получится длинная серия. Сейчас еще, наверное, пострелять. Да? Ой-ой, а че ты такой? Идешь ты здесь? Так, тихо. Ой, а я что, горю, что ли? Ты себя-то не боишься поджечь? На, прикрыли. Да что ты горишь-то все, господи. Чучело. Так, 11 минут. На тебе. Ну что? Ты какой притаился тут. В куканян. Ой, это сейчас будет очень больно. Тихо. Чуть ты не дохнешь? Стоп. Стоит ли мне тут задерживаться? Ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас пойдем в обход. 10 минут, да, у нас на все это, про все есть. Ну нифига тут. Так. Все хорошо, молодцы. Я встаю за пулемет. Лови. Хорошо пошло. Опять они тут жгут. Хреновые поджигатели, а. Ах ты, вот он ты где тут. А вообще, кончаетесь хоть чуть-чуть, а, друзья мои? На! Ну-ка, а если мы на тачечку сейчас усядемся и укатим отсюда, ребятки, как вы на это смотрите? Поехали, поехали, поехали. Да, не хватает мне, конечно, немножечко сейчас этого самого. Ву! Не будем мы с ними разбираться. Долго очень. Ой-ой-ой. Очень, очень, очень. Хоу. Тихо, лечись. А чё мне? Мне вообще реально здесь? Ой. Алло? Что? Я тебя не слышу! Да, извини, у меня тут полная жопа. Ой. Что за хрень? Ой-ой-ой. Так, тихо, тихо. Вот уже близко. Будь там, Райли. Райли, будь там. Господи, дайте добраться-то хоть чуть-чуть жизни мне сэкономить надо, а то сейчас же тут замес такой будет. Да. Вертолетекс. Надо. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Тихо, дайте-ка я сейчас выпрыгнем отсюда нахер. И где мой пулеметик? Нет, я сейчас сдохну. Господи, да что ж вас так много-то? Ты посоль. Со всех щелей просто, да невозможно же. Еще и на время тут дают. Ребята, вы что, совсем что ли, блин, оттараканили? Ой, господи, да что ж такое-то, а? Я думал. Все. А тут не все. Блин, сейчас опять прибегут. Что у меня с патронташем? Пик-пик. Вы посмотрите, что происходит. Да. Ой, тихо. А время-то уже, кстати, не идет, хорошо. Отступайте к башне контроля! Да полечись ты, господи! Да что ж вас тут так много-то?
Еще и сзади откуда-то там бегут. Ага, давай, покажись. Тихо, не надо тут ко мне подкрадываться. Ой, хорошо, как он тут на линию огня-то вылез. А если мы вот так вот... Сейчас. Сдох. Не. Покажись, падла. Ух, ёшкин кот. Еще взрывает тут. Ладно, давайте перемещаться. Да все уже, хана вашему ходит, успокойтесь. Так, сушим штаны. Дайте забежать вот эту палатку, посмотреть, может тут есть патроны, а то у меня сейчас совсем уже... О, аптечка это вот, кстати. Вот патроны тоже, кстати. Всех я, что ли, перебил? Что-то мне напоминает Макс Пейна. Так, еще не все. Опа. Наверху, что ли? Да, вот он стоит. Так. Тихо. Это да, это я. Такой дикий, знаете, дерзкий. А как-то ты не сдох-то? Господи, да что ж ты такая мразь-то? Смотри. Все. Ой-ой-ой-ой, граната пошла. Мне не нравится, когда граната идет. Не ожидал? Ты тоже не ожидал. Так они круто так этим самым... Тело у них, да, дергается, когда... Ой, что-то я там поджег. Сейчас как рванет. Так, а ну-ка пока... Ух, какая красота! Верещи, скотина. Ну-ка, где-то тут. Можно было, конечно, его убить с этим самым. Ралли должен быть в одном из этих зданий. Господи, ты тут тысячу зданий, ты че? О, нифига, он сбегает у меня какой. Так, там бронированный, да? А что у нас с тобой будет, если мы так вот сделаем? С тобой будет все хорошо, дружок, я тебе обещаю. Да, без пулемета, конечно, здесь никак. Так, в одном из этих зданий должен быть Райли. Но мне такое ощущение, что он где-то здесь. Эй, я здесь! Да. Я здесь. Вот, наверное, здесь он, да? Да, это было круто. Здорово, братец Райли. Я думал, что ты не придешь. Нужно бежать отсюда! За мной! Бегим! Я думал, что не увижу тебя. Да и опять там, ты посмотри! Вы что, издеваетесь, что ли, надо мной? Опа, еще ловите. И еще ловите. Чухонец. Толстожопый. Как отчаянно он упал. Так, теперь прыгаем на вертоль. Давай. Вертолет водишь? Нет! У тебя же есть права! Да, но на самолет! Значит, учись сейчас! Что? О, черт! Либо стреляешь, либо рулишь, детка, как Макс Пейн, да, говорил. Ну запрыгивай, давай! Ох, ну все равно круто, да, согласитесь, друзья мои? Я даже как-то почти что не нафейлил ни разу. Так, ты... Плохой человек на машине, зачем так больно стреляешь? Кто остался, ты? Ух ты, Валькирия! Вы что, прикалываетесь? Нет, я сдаваться не хочу. Давай, заводись, дружок. Слушайте, их просто тут орды! Откуда у нее столько людей?
Не бывает столько много. Ей, да сдохни ты. Так. А, я, кстати, у меня хп-то бесконечно. Можно еще вдоволь по это самое покуролесить. Да заткнись ты. Ой-ой-ой-ой. Сейчас как... Используй силу, Люк. Убежьте, вот тут каким макаром уселся. Я что, всех переубивал? Вот это, мать твою, концовочка. И катер тут. Все тут есть, да? Я потопил твой лифтгон! Боже мой, боже! Тихо, я вас прошу. Вот это, мать твою, взрывище. На каких крышах? Вух, вот это я понимаю. Вот это, мать твою. А, вот у меня вертолета проблемы могут начаться. Так, ну чё, мы разберемся тут со всеми, нет? Уже просто, я не знаю, я тут столько народу выкосил, что геноцидом даже уже не назовешь. О, так. Ну, а вон еще бегут. Это видел? Я заснял! Ну-ка. Ой-ой-ой, сейчас как все тут поле... Ты... Плохой человек. Вы что такие? Ты долго здесь будешь заниматься ерундой, плохой? Ой. Ой, ребятки, я еще гранатку могу, кстати, кинуть. Видите? Кто там еще едет, господи. Я вижу. Не, граната что-то не кидается. Ну что ты, я же не вижу ничего. Сдохнешь? Да, вроде сдох. Да и скотина. Пока делать нечего, можно повзрывать. Ну все, молодцы, друзья мои. Вы просто разнесли к чертовой матери весь остров, всех людей на планете. Еще не всех. Еще один линкор надо потопить. Ой, господи, там еще вертолетище. И не один. Нет, у них вертолеты. Хорошо выходит, продолжай. Готов вертолет. Да он уже второй. Тихо. Тихо. Ты сдохнешь? Или я просто не могу... Чуть не могу в него прицелиться. А, все, ушел. Фух, сейчас как... За мной повторяет, гад. Ой, ребятки, я просто... Слушайте, закончится все. Ты как профессионал! Да, я хорошо учился. Профессия. Удерживай этот курс! Но... Остальные уже ждут нас! Хорошо, я смогу. Я заснял, я смогу. Это круто, друзья мои. Это очень даже круто, я бы сказал. Что-то я не припомню подобного увеселения в игрушках. Я, конечно, припомнить-то можно, но... Игра против банка. 5000 опыта в никуда просто у меня улетучились. Ну что, неплохо повоевали. Кошерненько, так я бы сказал. Ой, а че это тут такая беда-то прям происходит? Жди здесь. Что тут? Лиза, Дейзи, Оливер? Лиза, Дейзи, Оливер. Так. Че? Лиза. Что, можно обойти как-нибудь здесь? А в оранжерею в эту можно зайти? Доктор? Докторы. Мне сейчас опять же воевать с кем-то придется. Доктор Эркхарт, где вы? Нифига тут. Нет. Стопа. Куплю боеприпасов. Так. Носитель пожарный.
Сейчас явно что-то нехорошее. Давайте поднимемся. Еще одна лечилка нам поможет. Давайте вылечимся. Ой, а я забыл купить бронежилетик. Расходники. Любимое оружие новое. Какой-то дали. Ба, смотрите. Ручная пушка 44-го калибра. Круто. Покупать ее не хочу. Мне надо купить. Да, броник. Броник. Или купить пушку. Ладно, нафиг, не хочу. Что-то у меня такое ощущение, что конец еще не скоро, блин. Доктор Эрнхард. Бла-бла-бла. Нифига тебе, блин, деда-то жалко. Нарика этого. Кто это у тебя так? Джейсон. Где они? Где мои друзья? Я не смог остановить лесных воинов. Это что, цитры, что ли, там? Тут наворотили. Они забрали твоих друзей в храм. Потрясающе просто. Я тут за нее воевал, за этих амеб. Расхерачил тут, блин, всех пиратов, Васа, Хойта, всех людей Хойта. А они при этом просто подбегали, захватывали блокпосты и рассказывали, какие они крутые. Господи, да это чушь какая-то. Я не понимаю. Мне нужно в храм. Как туда лучше попасть-то? Вот сюда, вот так вот. Райли, нам надо идти сейчас! Так, друзья мои, знаете что, давайте я закончу на этом серию. Узнаем, что будет с этими друзьями, с нашими в следующих. В заключительной, я уже надеюсь, части. Это очень длинное получилось, но вот на ваше удовольствие. Я напомню, что игра предоставлена магазином apk.ru. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал и ждите заключительного последнего выпуска. С вами был Фолиот, всем большое пока.